Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировская область вошла в тройку лидеров по инвест-активности. Деловой журнал «Инвест Форсайт» провел анализ регионов за февраль 2020 года. Кировская область вошла в тройку лидеров, улучшив свои позиции на 12 пунктов. В рейтинге учитываются сообщения о запускаемых и реализуемых проектах, учитывается их масштаб. Первое место у Татарстана, второе у Пермского края. В Кировской области в качестве крупных проектов обозначен запуск подстанции Урванцева от Кировэнерго, строительство двух гипермаркетов «Макси» и нескольких ферм в районах. Программа «Экономика». Промышленников начали учить бережливому производству. В рамках нацпроекта руководителей сотрудников завода «Маяк» обучает тренер Федерального центра компетенции в сфере производительности труда. Им рассказывают об основах бережливого производства, учат составлять визуальные карты рабочих процессов, организовывать рабочие места максимально эффективно и безопасно. Обучение по нацпроекту бесплатное. В приоритете обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ. Однако с заявками могут обращаться и предприятия других отраслей. Экономика на 101 FM. В Кирове хотят наказать предпринимателя за неприличную рекламу. Баннер появился прямо напротив городской администрации на Карла Маркса, где открывается по франшизе бар. В тексте с использованием нецензурной лексики говорится «Мне с тобой хорошо». Собственник после возмущений горожан баннер снял, но администрация города обратилась в УФАС, поскольку закон о рекламе запрещает использовать бранные слова. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела о нарушении законодательства. Программа «Экономика». Далее информация от наших партнеров. Чтобы обновить гаджет и заполучить свежие технические разработки, теперь не ждут, когда сломается старый смартфон. Предложение Trade-in от салона Fresh Store избавит от необходимости хранить уже ненужную технику и получить скидку на новую. Распространяется это на всю технику Apple. В салоне Fresh Store могут оценить стоимость старой техники и на такую сумму уменьшить стоимость новой. Кроме того, на месте можно перенести всю информацию на новый телефон, убрать со старого, чтобы сведения не оказались в чужих руках, и установить все привычные приложения. Салон Fresh Store находится на Герцена 87А в центре города напротив ТЦ G-Mall. Здесь можно приобрести любую технику Apple, от часов и наушников AirPods до MacBook'ов, а также подобрать аксессуары и комплектующие, при необходимости сдать устройство в ремонт. Яблочные новинки и комиссионные предложения Fresh Store на Герцена 87А. Индивидуальный предприниматель Борцов Юрий Сергеевич, ОГРНП 31-24-34-52-98-00-34. Экономика. Завершение в валютах. Доллары и евро выросли почти на 2,5 рубля. Официальный доллар сегодня 74 рубля 3 копейки, евро 83,66. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.